Так, это продолжение обзора находок. Итак, что же находится в пакете? Мышка была полностью целая, но сломала уже случайно одну кнопку. Так, есть такая странность, что вместо винтов у нее здесь вот что. И она не вскрывается. С обратной стороны же вот. Все нормально, она работает полностью. Лампа автомобильная, походу. Вроде рабочая. Провод с вилкой. ID-шлейка. Диск с игрой какой-то. Из версии. Из баночки там резисторы есть. Есть еще какие-то... А, есть... Так, ладно. Резисторы. Еще детали по мелочи. Есть стабилизаторы, транзисторы. Транзисторы советские, не советские. Много конденсаторов. Вот еще пакет. В нем у нас резак. Плата какая-то. Регуляторы громкости. Кусачки. Как я и говорил, клемники. Таких вот много. Маленькие, большие. Такая вот штучка. Самопальная штучка. Так. Вот. Куча электролитов. Там почти все новые. Даже не паянные. Крепление для М2 сокета. Или еще для какого-то, точно не могу сказать. Вроде АМ2, АМ2 плюс. Вот еще что-то. Ты. В общем-то, это и весь пакет. Весь радиолюбительский пакет. Так, следующее. Все, что смог взять от колонки. Орбита 35AS-015. Это фазинверторы и короб для пищалки. Я пытался скрутить фильтр, но винты прикипели, заржавели, из-за темно было. Корпус весь убитый, я его даже тащить не буду. Его уже нету. Уперли. Валялся долго. Далее. Черт, опять далее. Ну это как мне уж самого бесит. Мышка была. Динамики. Все как обычно. Вот такие. Но вот таких много. Все рабочие. Вот таких вот парочка. Вот этот у меня старый. Просто сейчас я не его показываю. Вот этот новый вроде. Вот этот не показывал. Один в идеальном состоянии, с проводами. А катушка соскочила. Такой есть. И вот такой вот. Но у него оторваны подводящие. Еще вот такая колонка. Она с динамиком. Рабочая. Далее. Привод CD от центра разбомжованного. Не проверил. ЛПМ. Вот так правильно. Не хватает одного ролика. Оторваны провода. Электронное управление здесь. Моторчик уже я расковырял. И отсюда платку снял, поставил. Вот. То, что осталось от другой. Далее. Витая пара. 4 провода. 2 целых, 2 порванных. Так, сейчас я кошку пущу. Уже не надо ей. Она пришла, чтобы я ее выпустил. Так, немножко аудиокассет.
Gold Star, что-то сегодня много видеокассет и аудиокассета. Так, видеокатушка, вроде бы. Там на ней даже что-то виднеется. От видеокассет парочка. Вот одна есть, вторая, я не помню где. Так. Антенна. Нужно припаять провод. А так абсолютно рабочая. Точнее, провод был оторван с обеих сторон. Вот здесь уже сделал. Здесь на соплях сделал, но она опять порвалась. Блок питания. 12 вольт, 1 ампер. Не проверял. Просто коробка от Nokia C5.03 с документами. Взял на случай, если телефон появится. Дециметровая советская антенна. Рабочая. Однако ловится хуже, чем вот это. С помощью нее. Вот это лучше. Дисковый плеер Panasonic. Полностью рабочий, но отсутствует держатель крышки. И FM-диапазон не наш.